Да не забайтесь, я же профессионал. Ага. Ты ж устал, понимаешь? Отдыхай, тупо. Yes! Да тут тоже была ловушка. Всем здорово, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Энтифай, Клэнс и Фрэш. И сегодня мы продолжаем проходить тест-раны в CSGO. Привет, кукусики, куку. Паша, ты куда? Паша, ты чё? Понятно. Короче, на сегодня у нас вот такая вот интересная карта. Это Симпсоны, наши любимые Симпсоны. Это кто наверху прыгает? Так, Андрюша, ты куда полез? Так, погоди. Так, а я знаю, что это ловушка такая. Так, Андрюша, смотри. Да, в смысле, нет. Как? Успел, красава, Андрюша. Так, Андрей, подожди, тут проверить надо. Ты пробежать не хочешь, нет? Полосочки меняют. Проверь две полосочки, если будут. О, хорош. Так, отлично, так. Тупая, Максим, тупая. Это было прям на волоске от смерти. Так, отлично. Кто первый идет из вас? Так, подожди, а тут... Подожди, а тут пивасик, там что-то активируется, да? Да, там пивасик. Так, Андрюша, как-то здесь надо пройти, понимаешь? Откуда у тебя щит, Андрей? Это Паша мне опять выдает. Только мне щит, только не... Давай, я не смогу его выбросить. Так, ладно, побежал. Нормально. Мага была? Нет. Так, погоди! Не? Тут же тоже ловушка по-любому ты. Не, во, все, теперь, Андрюша, можем идти. Отлично. Так, подожди, Андрюша, смотри! Ес! Да тут тоже была ловушка! Петуха зажал! Так, все, я могу идти дальше. Ну че, я один остался? Да зараза! А, нет, Макс, не сегодня! Она поехала! Она обратно поехала! О, блин! Так, я надеюсь, Паша мне больше щиты не будет давать, пойдем. Так, ладно, пацан, так... Господи, ты это кто? Это что такое? В смысле, Паша? Почему? Блю, сдохнет. Паша, блядь, сдохнет. Это как его... Вот, чё, он умер. Сдох. Ты меня сам подставил, Олеж. В смысле? Она каждый раз рандомно, что ли? Я понял. Нет, там я могу выбрать либо зеленое, либо синее. А, реально? Да. Олег, нам нужно в срочном порядке это пройти. Нет, я не буду. Так, только, Паш, смотри, давай вот ты здесь умирать не будешь, хорошо? Хорошо. Просто ловушка как бы такая, знаешь, интересная. Ну ты уже сам протестил ее несколько раз. Конечно. Да уйдите. Сука, мразь. Все, найс, идем дальше. Не, ну пацаны, такими темпами мы это, конечно же... Тихо. Выбираем. Так, погоди. Выбирайте. Выбираем. Ай, хорошо. Здравствуй. Ай, хорошо. Блин, ну как? Как ты сдох? Чё, угораешь-то? Как ты сдох? Не, ну сейчас, парни, сейчас точно пройдем, отвечаю. Смотрите, как это... Да мы не пройдем это никогда. Да пройдем, Андрюша, пройдем. Так, подожди, стой, в какую сторону? Он сейчас налево смотрел, сейчас направо. Я посередине стою. Он сейчас на синюю смотрит, пацаны. Нет. Ну, наш кошник, а не наш папа. Нет. Почти, Паша, почти. Так, вот здесь сейчас самое главное не запылить. Я открыл вам путь, ребята. Паш, я сейчас тебя подниму, донесу, Паш. Андрей, погоди. Давай иди. А? Давай, ревайви. У! Зажал. Хорошо. Возьми, пожалуйста, ну... Ой, так, замечательно, да как? Андрюша, стой. Ой. Не, ну все, смотри, сейчас изи доходим до следующего уровня, получается, да? Ай, замечательно. Они сейчас обратно поднимутся. Так, отлично. Нет. Не, вот сейчас я не побегу, я дождусь, пока вот эта палка. Во, мы теперь можем идти. Палка от Андрюша, побежали. Так, вот здесь вот тоже ловушка, смотри. Только я вот там, дальше я уже не помню, что там. Она дальше ловушка. Не. Я вижу, вот она линия. А, лох. Отлично. А я еще раз могу нажать. Еще раз она не сработает, еще раз не получится. Почему туда прилетело, не понял. Слушай, мне кажется... Я бегаю. Ой, хорошо! Подожди, они сейчас обратно. Не, погоди, стоп. Подожди, следующая ловушка где? А, во, я вижу, подожди. Стой, она вот тут, по-моему, да? В смысле? Да, она там, Олег. Да как? Да, она там, Олег. Так, пацаны, канаемся, кто бежит? Давайте, на счет три. Ай, хорошо! Ай, молодец! Так, спокойно. Начинаем рубить лес, пацаны. Не. Поторопился, Андрюша, поторопился. Давай на камень нож за бумагу, Олег. Давай. Ты перепрыгнешь сейчас. Спасибо. Я не тут трогал. Так, Максим, следующая ловушка. Хорошо. Так, следующая ловушка, я помню. Давай, ладно, давай. Раз, два, три. Камень.
Да блин! Давай, если раз... выигрываешь, то я тебя пропускаю. Давай. Хорошо, раз, два, три. Бумага. Ножницы. Ай, хорошо! Найс, ну, ладно, найс. Так, а что здесь давай так же, что ли? А, ну давай, попробуй. Давай, нет, раз, дарик. Два, три. Ножницы. Камень. Да ёки-паки. Давай, подыхай. Не, я должен это пройти, тебе забалить. Да не забайтесь, я же профессионал. Ага. Отлично, отлично, отлично. Профессиональный камер. Все, теперь можем идти дальше. Так, а здесь что такое? А, тут это пиво. А вот это уже вот что-то новенькое. Да отсюда мы еще не доходили. Я даже сам не знаю, что здесь такое. А, ну тут это, тут надымили, короче. Чтоб-то нам своих все попускали. Так, ой, а вот шутки, тут... шутки про говно. А вот тут... Олег, выбери правильную дорожку, чтобы пройти. Да, выбери правильную дорожку. Реально выбрать нужно? Да. Так, погоди. Так, ладно. Сука, какая из них первая, какая вторая, какая третья? Ну, мне кажется, слева нужно. Слева поправо, короче, вот, да. А, да. Лох, лох. Я посередине нажал. Надо было по никопам идти по ним. Раз, два, три. Олег, мы обязаны это пройти, смотри, уже. Да давай, 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 пацаны, давай, погнали. О, работает, система работает, отлично, в порядке. Зараза, тварь. Хорошо, пацаны, так, нет, все, я следующую ложку пассивы, давай. Так, ну давайте поочередно, пацаны, работаем. Вы даже не подлетаете к этой полосочке. Да я даже не вижу, где эта полоска находится. А что не... А это Андрей был, это просто не видно, чьи там никнеймы. Так, ну следующая ловушка, так это ж вообще изи. Да сука. Так про что я, в принципе-то, и говорил. Ай, да, Максим, реакция такая. Ну, Максим, ай, короче, да. Все понятно. Так. Ай, замечательно. Ну тут вдвоем вам выйдет, тут либо из вас кто-то сдохнет, либо один пройдет. Ну, да, возможно. Ну, да, в принципе. Так, теперь подожди, сейчас самое главное на паркуре, не зафейлить. А вот, что тут и... делать? Так, они просто Олег Банихопом, бро. Они просто крутятся. Так и что, они раскручивают, а ты улетаешь, Андрюш, и все. Если ты на Банихопе проходишь, она тебя не крутанет. Так, а ты что у нас? Так, подожди, меня вот это вот напрягает палка. Не, она не трогается, она не трогает здесь следующее. Ну смотри. Сука, да. Спасибо. Так, а здесь, подожди, здесь бери. Здесь чистый правильный цвет. Да блин, почти! Почти! Олег, смотри, как надо их проходить, тебе один раз. Давай, показывай. Что я могу то и то нажать. Давай, Андрюша, посмотрим на твой скилл. Не, пожалуйста, дай ему пройти, так что ты его не пускаешь. Давай, Андрюша, посмотрим. А, тут вот он. Ага. Ну молодец, я могу то и то нажать. Лох. Так, погоди, а эта палка, она будет возвращаться или нет? Нет. Походу нет. Так что можем идти обратно. Петухили он сдох. Так. Ай, замечательно. Вонючки пустили. Блин, вот здесь вообще рандом прям полный. Хорошо. Так. А на нее можно все прыгнуть? Как ты думаешь, Олег? Я думаю, что на нее можно встать. Давай. Ты можешь, по крайней мере... Да, вот, видишь, это работает. Так, а дальше как? Ты по красной прошелся, я прям это видел. Отвечай. Разменивайтесь. Да сука. Бля. Напрыгните уже так. Что вы не копом, Олег? О, хорошо! Хорошо. Так, а здесь что? Сука, не так. Блин, а вот тут, а здесь что? Чё? Последняя ловушка. Так, Андрюша, Паша. Давай, выходи, не очкуй. Разменяйтесь на Пашу. Паша тупой. Разменяйте, Паша, давай. Да погоди, нет, да мы пройдем, погоди. Просто надо понять, что здесь такое. Ты дурак, что ли, блин? Паша, ты чё? Там иди, меня нет. Да не, у меня с реакцией всё в порядке, Олег, бля. Паш, я ж теперь вообще ничего не вижу. Паша, со стекла, иди. Отлично! Так, а что здесь? Подожди, нет, здесь что-то еще. Здесь что-то еще есть. Так, погоди. Закидывай, Паша, все. Блин, просто понять, тут даже непонятно, где чё, кого, куда. Где чё, кого? Да. Найс! Всё, мы это прошли, да? Изнасилуй его, Олег, иди. Так, мы сейчас поедем... Зачем дым? Все, на следующий уровень, пацаны, переходим и... Все. Оу! Knife old. Погнали! Давай, old! Давай сюда. Так, а что это? Рулят. О, ну ладно, погнали! Так, Макс, ты там где? Не знаю, а куда мне идти? Режьте его. В смысле, Макс, ты не знаешь? Ну он опять на углевиде, ты будешь... Нет, я бегаю на эту херню, вы где? Ай, вот и ты! Ну-ка иди сюда! Он очкошник, он не пойдет. А где он? Блять. Где ты? Как ты умер, Макс? Я просто сдох как-то.
Ну, парни, желаю вам удачи, но вы это не пройдете. Желаю удачи себе. Ага. Да, реально. А почему эта ловушка уже была активирована? Кто-нибудь не может сказать? Отойди! Пацаны, можем поудалять ему, просто пранк устроить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну ладно. А чё это уже активировано здесь? А почему? А чё реально активировано? Как ты не умер? Что за херня? В смысле? А я застрял в этой штуке. Ладно, все, Паша, пока. Ну давайте, пацаны, кто следующий рискнет пройти? А, все, уже не застрял. Уйди. Там Паша внутри, взрывай. Не-не-не, я же вижу, что Паша не внутри, ты чё? Я все видно, пацаны, не переживайте. А ты чё, Олег? Давай, слышишь? Привет. Приветики. Да, блин! Купился. Подпираем друг друга, подпираем. Да блин, алло, да хорош, ну... я забайтил его, да, все, ну... нормально. Ладно, хорошо, дальше-то вы точно не пройдете. Ну ладно, пацаны, я просто вам даю шанс, понимаете, я просто вам даю шанс дойти до конца. Мы тебя просто разводим, вообще идеально. Так, ладно, ну хорошо, ну давай. А тут что? А ты что, не помнишь, Макс? А как же так? Миллиардер кофе. Я сейчас кнопочку у тебя, Олег, удалю, все. Нет. Ты мог уже взорвать и убить, блядь. Нет. Лол. Если ты ее сейчас ломаешь, Паша, то ты по... Она до туда пропадает просто. Как? В смысле? Каким образом ты выжил? Из-за гранаток, видимо, Олег. Ага, из-за гранаток. Или из-за года прописанного в консоли, а? Нет, у меня года. А, ты что ты говоришь? Не, ну вы же понимаете, что я даю вам просто шанс пройти... Кроме Андрея. Андрею шанс не даю. Я же тебе помню, ждал одну пройти на халяву, дай мне пройти. Хорошо. Спасибо. Ну давайте, пацаны, кто-нибудь, ну наступите на вонючку. Закидывайте. Проходите, резко. Не. И резко проходите. Он не знает, когда вы проходите. В смысле? Что? Захватник, кидайте смоки. Пока! Отлично. Смотри, как Паша прилег. Видишь, устал, понимаешь. Отдыхай, тупо. У меня позвоночник сломан, что ты издеваешь? Ну, Макс, давай. Можешь поканаться. Помнишь, ты дал одну пройти, да, мне с тобой пройти? Говорю, мы можем с тобой поканаться, Макс. Давай, раз, два, три. Камень. Бумага. Да ёлки-палки, ну давай, проходи. На, Олег, я бы в крысу заюзал его по приколу. Не, ну Андрюш, я же не такой. Ну что, давай еще раз. Не, ну ладно, давай. Я тебе два раза. Давай. Раз, два, три. Ножницы. Раз, два, три. Бумага. Камень. Да блин. А, нет, Макс. Так просто вы не отделываете сегодня. Делаю круговую. Ты что, в курсе, что у вас осталось 50 секунд? Круговая тренировка, давай. Блин. Ай. Ну давай, Макс, давай. Смотри, ты можешь на бок прыгнуть, смотри, между ящиками. Да, это островок. Да он не сделает этого. Да, давай. Просто через ящик аккуратно заверни. Да не получится. Получится, я так делал. Блин. В смысле? Что за херня? Чего? Меня тупо вверх подкинуло. Беги. Да беги давай уже дальше, быстрее. А что за херня? Почему меня только вверх подкинуло? Давай, Макс. Давай, я готов угадывать. Не, у меня не было. Я готов угадывать. Зачем, Макс? Ты же, Макс, сам не увидишь, когда ты прыгаешь. Да, кстати, реально. 8! Макс, 7 секунд осталось. Да! Поймал. Я сам сдох, ты видишь? Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия сегодня под Эстрам у нас получилась. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы, как всегда, были перед свой царский драгоценный кузик. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Клейн, Сэнди, Фай и Фрэш. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Пока, ребята, F9.